Шагэшки или кости. Именно этими играли еще наши бабушки и дедушки, а они как новые. Удивительно, но мешок с бараньими косточками раньше считался целым состоянием. Сегодня же для Бурятского лицея это достояние, рассказывает воспитатель. Чудом ученикам удалось собрать 3000 штук из бабушкиных сундуков для воспитания поколения Next. Приносит положительную энергию, мы считаем, ага. И даже это, возьмите сами, касание даже, ага. Вот эти звуки, ага. И вот это все полезно на сегодня. Существует 30 видов шагэнадын. Освоить некоторые из них совсем не сложно, тем более, когда есть такие мастера. В эти выходные в Capital Mall каждый может присоединиться к этим увлеченным людям. В детстве играл, я первый раз давно не играл, лет 30-40 не играл. Секретов нет, надо только осторожно играть надо. По бурятским традициям белый старец сошел с горы и поприветствовал сегодня всех присутствующих. Похоже, что сагалган здесь уже начался. На заметку хозяйкам, к сагалгану нужно собрать как можно больше белой пищи на столе. Например, вот это давно забытое блюдо пришло к нам из Монголии – ару. Его делают из козьего, коровьего или верблюжьего молока. Он очень полезный, его очень любят дети, и оно способствует очищению нашего организма. Итак, встречая гостей с таким столом, вы покажете им свое почтение, а в свой дом привлечете счастье и благополучие. Елена Краснопеева, Влад Бадмаев, новости дня.